незаконной рекламой борются сотрудники сразу двух управлений – муниципального контроля и ЖКХ. В этот день на одной из центральных улиц поселка от незаконной рекламы были освобождены 10 столбов. Точное количество незаконных рекламных сооружений и информационных материалов на данной территории даже счету не поддается. К демонтажу привлечены городские хозяйственные службы, дорожники и управляющие компании. По телефонным номерам, указанным в объявлениях, как правило, говорят, что реклама им не принадлежит. Расклейкой занимаются в темное время суток, без свидетелей. Нарушителей поймать за руку сложно. Специалисты дорожных служб отмечают, что демонтированная реклама вновь появляется на прежнем месте буквально через несколько дней. Это и специально установленные металлические конструкции с баннерами, отдельные плакаты или таблички, которые зачастую вешаются на столбы линии электропередач. Демонтаж таких конструкций большого труда не составляет. С нарушителями на курорте будут неустанно бороться. Работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций на дорогах курорта будет продолжена.